Как быть не похожим на других? Это частая проблема мастеров, которые пошли в педагоги. Они смотрят на другого педагога и начинают преподавать как он. И вот, чтобы не быть похожим, я всегда советую пойти через психологию. Возьмите, откройте книгу Юнга, да, то есть есть такой психолог, и изучите его 12 архетипов. Это самый, наверное, простой вариант отстройки от других. Так вот, есть огромное количество онлайн-тестов. Вы можете пройти их. Найдите свой главный архетип, то есть тот, с которым вы можете выделиться, и давайте весь контент в рамках этого архетипа. Не пытайтесь быть, например, бунтарем и всех обсирать, когда вы просто нежный зайчик, который хочет сохранить структуру волос своим клиентам. И подходите именно с этой части. Тогда вы будете понятны своей аудитории. Да, вы не продадите ее той аудитории, которой вы не близки, но зато у вас будут верные ваши ученики, которые близки к вам и которые с вами будут находить полный общий язык на вашем обучении. А значит, ваши курсы будут проходить эффективно и будет не так много учеников с плохим отношением к вас, то есть так называемые сложные ученики, то есть они не будут посещать вас. Меня зовут Александр Куватов, и здесь все для педагогов и запусков онлайн-школ. Подписывайся.